Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, подошел к концу наш долгожданный конкурс, который длился целый месяц. Спасибо большое всем за участие. Мы не думали, что так много будет народа. Вот 700, даже больше репостов. Вот. Не будем задерживаться, потому что и так уже задержались достаточно. Просто быстренько определим долгожданных победителей нашего конкурса. Напомню, условиями у нас было вступить в группы и, соответственно, сделать репост. Вот все участники конкурса, соответственно, у нас здесь, где-то есть и вы. И первого победителя мы выбираем. Александр Семенов становится первым претендентом, потому что надо еще проверить, выпал ли он условие. Да, репост мы видим. Соответственно, состоит ли Александр у нас в группе Bootleggers. Сейчас мы тоже это проверим. Александр. Да, состоит. Также у нас одно из условий было вступить в группу, подопечную нам группу LLBean, которую тоже ведем мы. Вот. Если вы не сделали это условие, то вы не имеете права участвовать в конкурсе. Александр все условия выполнил. Поздравляем Александра, наш первый победитель. Вторым становится у нас Серджио. Серджио сделал репост. Отлично. Проверяем на все условия. Состоит ли Серджио в группе? Так, в группе Bootleggers он состоит. Идем, проверяем его в нашу группу LLBean. Так, состоит ли Серджио в группе LLBean? А вот и нет. То есть, соответственно, Серджио не участвует у нас и не выигрывает ботинки. Определяем следующего победителя. Алиса Спивакова. Спивакова Алиса. Проверяем Алису. Алиса из Санкт-Петербурга. Отлично. Так, да, репост есть. Тоже хорошо. Проверим Алису на вступление в группы. Если вы еще не вступили в группы, кстати, советую вам успеть. Может быть, вы будете третьим победителем, если Алиса сейчас все сделает правильно. Вдруг, да, Алиса состоит во всех группах, репост сделала, молодец. Ну и третьего победителя мы сейчас выберем. Я надеюсь, это будете вы. Это Надя Кашпирова. Надя, проверим Надежду. Тоже из Санкт-Петербурга. Сегодня у нас все петербуржцы победители, я так понимаю. Вот, репост у нас сделан. Проверяем вступление в группы. Bootleggers Надя состоит, и, как я помню, уже давно вижу Надину активность. Вот, и в группе LLBean тоже она есть. Поздравляем Надежду. У нас есть три победителя. Все инструкции победителям мы напишем в личные сообщения. Спасибо вам за участие в конкурсе. Вот, и спокойной ночи. И почти уже с 1 октября.